привет всем! Мы наконец нашли Пашу, который сейчас нам расскажет про паркур, про наш фестиваль и вообще, какой себе его вид. Фестиваль был отличный, мне очень понравился. Было очень много детей, что, в принципе, мне всегда нравилось, когда наше дело любимое, дело всей жизни, да, вливаются дети, когда мы получим. Даже сегодня были детишки с ограниченными способностями. Мне было даже приятно то, что они больше старались, чем остальные дети. Наверное, потому что они стремятся жить как все, как остальные, как нормальные дети, да. Вот. Но сам факт в том, что они и есть нормальные дети. И мне очень приятно то, что их сюда сегодня привезли. И я сегодня очень много детишек через мои руки прошли. Я помог, где-то что-то подсказал. И я был счастлив, когда вижу на глазах детей, да, на лице, улыбки, счастье. Они счастливы. Вот. Даже если что-то не получается, они стараются. И, в принципе, я, наверное, вспоминаю себя в детстве, когда только начинал, у меня глаза горели. Ну, то есть это мое. Я всю жизнь к этому шел, да, вот 11 лет я занимаюсь. И вот мы сейчас имеем парк, который построили с ребятами, с моими друзьями, кто сегодня будет тоже брать. Вот. И я счастлив, что мы можем именно в таком формате делать такие вот фестивали, да. Это объединяет нас. Это дает молодежи толчок, потому что молодежь стала как сонные мухи. Им ничего не интересно, они все в гаджетах. И в моем детстве такого не было. И мне повезло то, что я вот вырос таким, и у меня огонь в глазах до сих пор. И это круто. Скажи, пожалуйста, у тебя вообще был опыт вообще подобных мероприятий благотворительных? Ну, вообще, вот как ты будешь в следующий раз участвовать в таких мероприятиях? Я не все слышали? У меня есть дети. Вообще есть уникальная возможность передать детям пару слов, сказать, передать привет и пожелать им что-то. Я могу пожелать детям, чтобы они брали пример не с каких-то надуманных интернетных личностей, да, а с живых примеров. Это самое лучшее. Для меня живой пример всегда был мой папа. Ну, до сих пор остается. Вот. И мне очень хочется, чтобы все детишки, вне зависимости, с ограниченными возможностями, либо обычные дети, либо дети с детдомов, да, чтобы они видели только луч впереди и к нему шли. Потому что если впереди тьма, то чаще всего она заканчивается плохо. И я буду рад всегда помочь, организовать что-то, чтобы детишки шли на этот луч, чтобы быть неким маяком, который дает этот луч и дает управление. Спасибо тебе большое.